Так, здравствуйте, друзья. У нас просто продолжаются бои. Просто вот они бьются уже час. Я пришел, они бились. Я покормил всех, подоил козу. Кормушку им немножко переделал, поставил такие перемычки, чтобы они хоть более-менее не лежали в этой кормушке. И вот эти вот все бьются. Они расходились по углам, сейчас опять сошлись. У белого все уши подраны, весь товарный вид портится. Как потом эти ушки солить и есть пивом, я не знаю. Вот взял, такая ерунда у меня была. Что это? Lesion Bio. Ха! Увлажняет и защищает. Ну, будем надеяться, что защитит. И обработаем, может, запах у него чуть поменяется, не будут они драться. Смотри, что творят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Идите-ка вы от кормушки, друзья, подальше. Нечего тут песок в кормуху сыпать. Иди. Ну, что вы творите тут? Грязь наводите. Но сейчас буду на неделю бункерную кормушку делать. Есть у меня шкаф железный. Как раз там две кормушки получится. Не надо никакой металл покупать. Я все ходил, смотрю, шкаф стоит в гараже железный. Там болтики просто лежат. В шкаф никто не лазит. Надо его использовать по-другому немножко назначение. Ну, успокойтесь. Нет, мы не успокоимся. Вот поэтому у нас уши и красные. Сейчас скажут опять зрители. Я злодей, у монету надо их разнимать. А что их толку разнимать? Ну, растащу их по углам. Так они бьются уже постоянно. Сейчас попробуем попрыскать, может, вонь пойдет, может, перестанут. Ну, а так у нас все нормально. Биба-боба. В ожидании мальчика. Ждем, когда мы загуляем. Динка там. Молодец. Сегодня 1,5 литра дала. Успокоилась она, больше не переживает. Курам воды забыл налить. Чунька, красотка. Мальчик, хрюндель мальчик. Вот такие дела. Ладно, пойду разнимать, пойду обрабатывать немного. Всего доброго, хорошего дня и вечера.